боевики пришли с другой стороны, судя по всему, и совершают там ужасные кровавые преступления. Позвольте мне от нашего общего имени выразить слова солидарности с этой страной, с ее народом, с руководством страны и выразить соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших в этой кровавой бане. Надеюсь, что преступники будут наказаны. Теракт был в Ираке. Каждый день там действия так и поиск.